Звонкое древнее мастерство давно умерло, забылось, и вдруг, возродившись, покорило сердца красотой, выразительностью, удивительной современностью. Один из тех, кто воскресил искусство чеканки, человек яркого и своеобразного таланта, Ираклий Ачаури, первый из мастеров чеканки, ставший лауреатом государственной премии. Рождение прекрасного сродни чуду. Перед мастером мертвый металл, но вот рука вычерчивает четкие, полные грации линии, и лицо начинает оживать, становится пластичным, рельефным. Мысль и чувства художника стали видимыми, осязаемыми и зажили в металле уже отдельно, сами. Ираклий Ачаури возвел чеканку в высший ранг большого искусства. Мастер звонкой палитры щедро дарит людям прекрасное, дарит радость.